Рыбоинспекторы Капшагая получили новый автотранспорт от Министерства экологии. Это 6 автомашин, еще одну вручило руководство области. Теперь, по словам специалистов, они будут более мобильными при патрулировании территории двух крупных озер – Капшагайского водохранилища и поймы реки Илим. Поскольку зона охвата обширная, транспорта с высокой проходимостью всегда не хватало. С начала года инспекторы провели больше 1000 рейдов, зарегистрировали 500 разных правонарушений, заведено 25 уголовных дел, связанных с незаконным рыбным промыслом. На нарушителя наложено более 10 миллионов штрафов, а также за ущерб, нанесенный рыбным ресурсам, предъявлено исков на сумму более 18 миллионов. У нарушителей предохранительного законодательства доход государства изъято более 11 тонн незаконно выловленной рыбы.